Приветствую вас! Это телеканал «Открытый» и программа «Hello Body». Меня зовут Оксана Крайняк, и я инструктор по йоге. Сегодня хочу предложить вам выполнить упражнение для профилактики проблем спины. Итак, примем положение на четвереньках. Ладони поставьте под плечи, колени под таз. Опускайте таз назад к пяткам вместе с выдохом. Вдох. Поднимаем туловище вверх в исходное положение. Выдох, таз назад. Вдох, вперед. Выдох, еще несколько раз. Вдох. Совмещайте свое движение и дыхание. Выдох. Вдох. Выдох, еще один. Вдох. Переходим в положение на живот. Ладони оставьте под плечевыми суставами, а локти разверните назад. Сделайте так, чтобы ваша шея позади была вытянутой. Подбородок подтяните к горлу. Приподнимая вверх грудь, мы ладони будто бы тянем назад, как будто хотим потянуть ковер за себя. Выдох, возвращаем грудь вниз. Вдох. Поднимайте корпус не очень высоко, оставляйте живот на полу. Выдох вниз. Вдох. Выдох. Помогите себе, отталкиваясь руками, подняться вверх и перейдите в положение ребенок. Таз уведите к пяткам, руки вытяните вперед. Расслабьте шею, выполните вдох и выдох. Возвращаемся в положение кошка. Ладони под плечи, колени под таз. Разгибаем спину. Тянем грудь вперед, плечи и лопатки уводим назад. Взгляд направляем вперед, но постарайтесь не забрасывать голову никуда, шея по задней поверхности вытянута. Выдох. Сгибаем спину и дугою выталкиваем к потолку. Вдох. Мягко позвонок за позвонком разгибаем. Выдох. Сгибаем. Вдох. Продолжайте двигаться плавно. Выдох. Также в идеале совмещать свое дыхание и движение. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Выровняйте спину, уберите прогиб поясницы и соедините вместе голени. Правую ногу поднимите вверх, оставьте колено согнутым, стопой будто бы тянемся к потолку. С выдохом колено тянем вперед к груди. Снова поднимаем ногу, вдох и выдох к груди. Вдох, выдох, вдох, выдох. Поменяйте ногу, левая вверх, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. Таз опустите к пяткам, поднимите немного вверх корпус, расслабьте кисти. Для этого можно выполнить несколько сгибаний-разгибаний. И расслабив руки, продолжим дальше. Шагаем правой ногой вперед. Сделайте широкий выпад, проверьте, чтобы ваше колено передней ноги оказалась над пяткой. Старайтесь избегать положения, в котором колено уходит вперед за носок. Таз опустите максимально вниз и почувствуйте, как вытягивается передняя поверхность бедра задней ноги. Опускаем хорошо вниз таз и дальше с выдохом разгибаем переднюю ногу. Следите за тем, чтобы ваша спина осталась ровной, поэтому вы можете пожертвовать прямой ногой и оставить ее немного присогнутой.
Если получается, разогните ее до конца. Вдох, сгибаем колено и стараемся опустить максимально вниз таз. Выдох, разгибаем переднюю. Делаем еще несколько раз вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Задержитесь в положении с прямой ногой. Вытяните макушку вперед, плечи уведите от ушей. И натягиваем носок на себя максимально. Чувствуем, как вытягивается задняя поверхность ноги. Стараемся с выдохом расслабить ее немного сильнее. Отлично. Сгибаем ногу и меняем сторону. Левая нога вперед. Руки расположите по бокам. Проследите за коленом. Таз максимально вниз. И разгибаем колено. Сгибаем. Совмещаем с дыханием. Выдох назад. Вдох вперед. Выдох. Вдох. Оставьте прямую ногу. Вытяните шею. Плечи от ушей. Стопа максимально на себя. Дышим свободно. Вытягиваем заднюю поверхность ноги. Расслабляем ее. Хорошо. Сгибаем колено и шагаем левой ногой назад. Ложимся на живот снова. И на этот раз упритесь локтями в пол. Двигаем лопатками. Сближаем лопатки. Грудь при этом немного опускается вниз к полу. Следом, отталкиваясь предплечьями от пола, раздвигаем лопатки максимально друг от друга. Снова сближаем их. И раздвигаем, удаляем. Еще вдох, вниз. Выдох, помогайте себе предплечьями, отталкиваясь от пола. Вдох. Хорошо. Ладони подтянули к плечам, соединили вместе ноги. Локтями хорошо тянемся назад за спиной. Шея позади длинная. И отрываем грудь и ноги от пола. Удерживаем положение несколько секунд. Для того, чтобы не перегружать поясницу, прижмите лобок к полу. Еще вдох, выдох свободный. Опускаем руки, ноги вниз. Помогите руками, оттолкнитесь от пола и перейдите в позу ребенка. Пассивно расслабьте спину, расслабьте шею и руки. Вернитесь в положение кошки, ладони поставьте под плечи, колени под таз и носки уприте тоже в пол. Подтяните пупок к позвоночнику. Постарайтесь сейчас удлинить поясницу, сделать ее плоской. И оторвем колени от пола, при этом не очень высоко, приблизительно на 1 сантиметр. Шея длинная, продолжаем пупок втягивать внутрь и выравнивать поясницу. Задержитесь здесь на несколько секунд, дышите свободно. Мышцы живота в напряжении. Хорошо, возвращаем колени вниз. Перейдем в положение на спину. Руки разместите по бокам от таза. Поднимаем таз вверх и опускаем вниз. Движение плавное. Старайтесь медленно поднимать таз и позвонок за позвонком вверх. И также постепенно плавно опускать вниз. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Данный комплекс упражнений может стать хорошим помощником при боли в спине или других проблемах со спиной. Также нашу передачу вы можете посмотреть на YouTube. Благодарю за практику и хорошего дня!